Уголовное дело за хищение более 8 миллионов рублей завели на жителя Симферополя. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, в декабре 2016 года обвиняемый руководил коммерческой организацией. Он заключил 4 договора с фондом содействия капитальному ремонту Севастополя. Компания должна была капитально отремонтировать кровли многоквартирных домов города-героя. При этом обвиняемый солгал о наличии у предприятия достаточных ресурсов, материально-технической базы и персонала. Руководитель компании получил авансом более 8 миллионов рублей, но не выполнил работу. Заместитель прокурора Севастополя Виктор Левченко направил уголовное дело в Гагаринский суд города для рассмотрения по существу.